Людмила Ивановна Головкова на прием главы пришла не одна, с представителями общественности. Сергей Сергеев сам начал общение с присущей ему прямотой. Из первых уст услышим, какие сегодня есть претензии к власти, к органам местного самоуправления, и какие решения вы предложили. Вопрос есть только один, подчеркнула Людмила Ивановна и изложила главе его суть. К власти у меня абсолютно никаких нет вопросов, кроме одного, за что Ионова помещали на доску почета и за что сейчас ему объявили благодарность. Сергей Сергеев пообещал, он изучит ситуацию и заявительницы направят обоснованный законом ответ. Валентина Ермолович на приеме главы озвучила такие действительно важные на сегодня вопросы, как состояние сельских дорог. Жительница хутора Куматырь, занимающаяся общественной работой, попросила не только за себя, но и за семью, проживающую на улице Лесной. Сергей Сергеев отметил, на сельские дороги в этом году обратят особое внимание. Выделены немалые средства из бюджета на их ремонт. Вопрос Валентины Ермолович глава поставил на контроль. Земельный спор двух собственников участков СУКО может решить только суд. Такое разъяснение получила Евгения Криночкина. Администрация может оказать юридическую помощь в составлении иска в суд, а не превышать полномочия, принимая удобные для какой-либо из сторон конфликта решения. Администрация города готова оказать помощь гражданам в составлении исковых заявлений, консультировании их по возникающим вопросам, в том числе и по вопросам, которые будут возникать в ходе судебных дел. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать вам помощь.